Общенациональный благотворительный фонд «Ердан Помощь» благодаря меценатам приобрел у казанской швейной мастерской 120 спальных мешков и передал их в Генеральное консульство Турции в Казани. Спустя ровно две недели после разрушительного бедствия, в понедельник вечером 20 февраля в Турции и Сирии произошло новое мощное землетрясение. Генеральное консульство Турции в Республике Татарстан по-прежнему больше схоже на пункт приема гуманитарной помощи. Стоит сказать, что на трагические события в Турции откликнулись не только татарстанцы. Консульство поступило гуманитарная помощь из разных городов и регионов – Пермь, Самара, Саратов, Нижний Новгород, Чебоксары, Уфа, Ульяновск. Шесть больших фур, которых консульство отправило в Турцию, уже доставили груз до адресата. Сейчас к отправке готовится следующая партия. Yine defaatle söylüyorum, Allah razı olsun, yardım fonu da bizi hiç yalnız bırakmadı. Как я уже говорил и сейчас повторюсь, фонд Ярдем нас не оставил в беде и всегда как помогал, так и продолжил нам оказывать свою помощь. Bizde bir laf vardır, dost kara günde belli olur ve yardım vakfı da bu kara günde bize dost olduğunu gösterdi. Есть пословица такая, что дружба познается в трудную минуту, и фонд Ярдем это нам показал, что в трудную минуту он был рядом с нами. Deprem bölgesi şu anda çok soğuk, hava durumu soğuk ve orada depremden zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu uyku tulumlarından önemli bir miktar getirerek yardımda bulundunuz. Size bütün milletim adına, konsolosluğum adına çok teşekkür ediyorum. Как вы уже знаете, в тех регионах, где произошли землетрясения, там сейчас погода холодная, холодно, и я вам благодарен, что вы сегодня привезли спальные мешки от своего народа турецкого, от имени консульства Турецкой Республики. Я еще раз хочу вас поблагодарить. Спасибо большое. Сейчас сотни тысяч людей ночуют буквально на улицах разрушенных городов. Как признаются сотрудники генконсульства, сейчас не так важны одежда и продукты, как спальные мешки и палатки. Но лучше всего это финансовая помощь, оказать которую может любой. На сайте консульства или у входа в него есть все, что необходимо для перевода средств пострадавшим от землетрясений.